Дорогие друзья, сегодня у нас с вами брифинг на тему «Социальная сеть. Общий обзор и обзор доходных программ». Это нам нужно прежде всего как повторение и для тех, кто у нас пришел новенький, потому что я прекрасно понимаю, когда вы приглашаете, очень трудно в двух словах, что же такое из себя представляет наша социальная сеть нового формата и Парк Авеню, и доходная часть у нас, да? Поэтому мы с вами будем с вами сегодня делать такой обзор. Также запись будет у нас по обзору. И мы с вами будем, как говорится, чтобы у вас был в руках инструмент, которым вы можете пользоваться. Значит, что же такое у нас социальная сеть нового формата? Ну, прежде всего, это у нас сеть, в которой будет предоставляться площадки с новым форматом, которые, кроме того, что площадки, которые мы привыкли у нас с вами видеть, да, ну и площадки, которые будут новые, такие как, например, работа по открытию вебинарной комнаты, то есть аренда вебинарной комнаты, подарочные открытки, их создание. Потом платные подарки у нас будут, то есть подарки с открыткой вместе с деньгами приходить. Внутри социальной сети будет чат для нашего с вами общения, внутри чата, внутри сети между собой. Ну и также подключение функций средств между пользователями, подключение маркетинга основных программ с возможностью оплаты места в программах. Ну и также основное игры, ну и все остальное будет постепенно у нас добавляться, мы с вами будем это видеть, будет очень интересно, поэтому когда вы приглашаете, вы прежде всего приглашаете именно на социальную сеть. Это первое. Но к тому же большой плюс в том, что у нас мы заходим на социальную сеть. Огромный плюс то, что здесь есть еще и доходные программы, которые будут приносить дополнительный заработок. Это очень интересно в том плане, что заходим мы всего на $1. Этот доллар позволяет нам оплачивает и позволяет нам пользоваться соцсетью непосредственно. Но одновременно мы с вами получаем бесплатное место в глобальной сети. А глобальная сеть будет заполняться сверху вниз, слева направо. И тогда, когда матрица каждого из нас, своя именно матрица, стоящая внутри глобальной сети, заполнится на 7 уровней, мы выходим с вами как дополнительным заработком на постоянную зарплату, я так это называю, в $262. Это очень хорошая прибавка и очень интересное предложение, которое есть в глобальной сети. Если учесть еще, что не одно место содержать, а 2-3 места себе купить в глобальной сети для того, чтобы получать хорошие приличные деньги, то это приличный заработок, который позволяет постоянно на все оставшееся время все то время, когда мы будем работать в социальной сети, получать постоянный доход. Единственное, что замечу, нужно всегда поддерживать и активировать каждое свое место, которое у вас или получено бесплатно при входе и регистрации, или же то место дополнительное, которое вы купили, активировать $1 за каждое место. Активация происходит у нас автоматически, если вы нажимаете кнопку «Автомат». И при этом надо учитывать, что у вас должна лежать сумма, равная количеству ваших купленных матриц. То есть, если у вас сейчас бесплатное место, где вы уже встали в очереди и стоите, когда на старте вас поставят уже в матрицу, то одно место значит $1, два места и далее по количеству мест, имеющихся у вас в матрице. При старте места, которые у вас уже как бы за вами стоят в очередности, будут расставлены по дате и времени регистрации. То есть, когда у нас будет старт, нам не нужно нажимать никакую кнопку, нам не нужно производить какие-либо действия.
Все сделает автомат. Следующее. Сама социальная сеть, она нам будет представлена с возможностью реклам, как площадка для реклам. В дальнейшем еще у нас, значит, идет и VIP-страницы, которые платные, выставление роликов, где не будет у нас с вами никаких запретов по выставлению реклам, значит, не будет блокироваться наши ссылки, что тоже очень удобно. Тот, кто особенно работает активно и занимается приглашениями в свои проекты, то это удобная площадка для того, чтобы представить возможность рекламировать свои проекты. И к тому же, если VIP-площадка, то ваша реклама, она будет платная, но ее будут видеть абсолютно все. Также игры, которые мы с вами, многие, может быть, и не играли, но там будут игры, в которые можно будет поиграть как платно, так и бесплатно. Значит, этот вопрос у нас понятен. Да, мы заходим, получаем бесплатное место. Мы уже сейчас все с вами, кто зарегистрировался или кто будет регистрироваться, получает бесплатное место в социальной сети. У вас уже стоит написано в программах, что вы стоите в очереди в кабинете, в разделе программы. Вы стоите в очереди. Вот эта очередь будет у вас подключена тогда, когда произойдет старт. Старт у нас намечен на 18 февраля, по-моему, если не ошибаюсь, на 21 час. И тогда мы можем уже открыть свои кабинеты и посмотреть, что же у нас там происходит и какие дополнительные доходы мы с вами успеваем получить. Хочу еще обратить ваше внимание, что если кто-то хочет докупить программу дополнительно за $1, он также может ее прокупить в любое время. Также в кабинете в разделе программы есть кнопка, которая позволяет сделать покупку самостоятельно на все программы, которые у нас будут работать с вами в социальной сети. А далее у нас с вами, значит, возможности, которые будут еще в нашей соцсети, это подарки, денежные подарки, получение подарков. Очень удобная, интересная вещь, где мы приобретаем подарок на любую сумму и дарим ему этот подарок нашему партнеру, у которого какой-то праздник или какой-то юбилей, день рождения. Для этого каждый из нас в кабинете в разделе профиль должны заполнить дату, число и год рождения для того, чтобы у вас была возможность получать этот подарок. К тому же в профиле должны стоять фотографии. Это тоже обеспечивает получение подарков. Платный подарок подразумевает за собой то, что если, например, дарящий оформляет открытку, и эта открытка, стоимость этой открытки стоит определенную сумму, ну, скажем, 50 центов или $1, то ваш получатель получит не только эту открытку, но и деньги по стоимости этой открытки себе на баланс. Ну и представьте себе, если у вас очень много партнеров, вы активный человек, и ваш день рождения, многие же получаем мы поздравления и в социальной сети, и в чатах скайпа поздравления на свой день рождения, например, да? А здесь у вас кроме поздравлений и красивейших открыток будут приходить еще деньги на баланс по стоимости открытки. Тоже очень приятно и, скажем так, и денежно к тому же. Так, далее. Далее мы с вами будем немного коротко рассмотрим именно социальный тренар, о котором я сейчас говорила. Социальный тренар – это заполнение, как я уже сказала, вашей личной матрицы, стоящей в огромной, бесконечной, глобальной матрице. Вот место, которое вам будет уже поставлено и которое сейчас дано, будет заполняться на 7 уровней. Когда под вами встает один человек, то вам будет начисляться бонус 0,08 цента за каждого человека, который будет вставать именно в вашу личную матрицу. Итого, по закрытию 7 уровней, как я уже сказала, вы будете получать постоянно $262. Чем это обеспечивается? Постоянство.
тем, что каждый стоящий человек в вашей матрице, он тоже будет активировать свое место раз в месяц за $1 и будет беречь, как бы бронировать свое место постоянно, чтобы оно у него не упало вниз. Потому что если в случае неоплаты, место ваше падает в самый низ матрицы, и ваша матрица начинает заполняться по новой. Согласитесь, это очень большая потеря, потому что вы могли бы уже через определенный период времени закрываются ваши уровни, вы могли бы получать свои деньги. Поэтому бережем свои места и не забываем на балансе держать количество денег, если вы поставили на автомат, равное количеству ваших купленных, приобретенных дополнительно или полученного этого вашего места в глобальной матрице, уже, значит, с тем, чтобы держать свое место всегда. Это оплата ежемесячная. За пользование соцсетью оплаты больше нет, вы ее оплатили уже при входе. И еще очень важно, чем удобно получение денег, дохода с матрицы, тем, что у вас не надо ждать, когда заполнится все 7 уровней вашей матрицы, а как только у вас набирается $12 по заполнению уровней, $10 вам идет на кошелек. То есть, как только люди пришли к вам, ваши уровни начали заполняться, и по количеству человек за каждого 0,08 цента у вас набирается $12. $10 вы снимаете на кошелек, а $1 идет на реферальный бонус, $1 – это отчисление на игровой баланс. Отчисление на игровой баланс – это отчисление в виде кассы вашей внутреннего кошелька для оплаты каких-то услуг внутри сети и также для того, чтобы вы могли вкладывать деньги в игры, которые там будут представлены. Поэтому поначалу, может быть, некоторые будут получать деньги именно в таком порядке по $10, да, а у кого матрица уже закроется на 7 уровней, то и как только она закроется, то, естественно, при активации каждого партнера ежемесячно своего места, эти деньги, в принципе, будут приходить практически сразу при заполнении 7 уровней, потому что она у вас уже заполнена. А к тому же здесь есть такая функция, как компрессия. Это тоже очень важно. Ведь представьте, если в вашей матрице какой-то человек не оплачивает, то вы теряете свои деньги, согласитесь. Значит, вам не приходит этот бонус, да, 0,08 цента. Так вот, в конце месяца при оплате, как только кто-то не оплатил, этот человек со своим местом, значит, падает в самый низ глобалки, а она за счет компрессии ваша матрица будет заполняться постоянно. Закрытие у нас и заполнение идет сверху вниз, слева направо, без всяких пробелов. Ну вот, в принципе, социальный тренар, здесь, я думаю, все понятно. Еще раз хочу сказать, чтобы вы не забывали о том, чтобы у вас на балансе были деньги, соответственно, количество ваших денег на ваших мест в социальном тренаре. Вот программа «Социальный тренар» и «Миксер» – это и есть социальная программа. Но прежде всего, я думаю, что название «Социальной программы» – это именно для той категории людей, категории людей, у которых нет возможности дополнительно платить за доходные программы, о которых мы скажем позже. То есть вы зашли за $1, $1 есть практически у всех, тут уж что говорить, получаете бесплатно место, и как у вас только появляются первые $2, то у вас автомат сразу же вас переносит автоматом, то есть полученных денег с глобалки, вас автоматом перекидывает в программу «Миксер». Как работает программа «Миксер»? Программа «Миксер» работает ровно месяц. Заметьте, если в глобальной матрице, в самой первой, мы с вами получаем зарплату по 10 выплаты дохода, начиная с $10, как только накопится, то «Миксер» программа идет на заполнение ровно месяц.
То есть от числа до числа. У нас с вами эта программа будет работать, начинать с 1 февраля, это уже нам объявлено, до 1 марта. Значит, прокупленные дополнительно программы, которые мы с вами купили, то есть мы также встанем с вами по дате и времени покупки в миксер, или те, кто уже еще плюс придут к нам вниз, потом будут перемешиваться те, кто будет покупать, и те, кто перешел автоматом с глобальной программы. Программа миксер у нас месяц заполняется и закрывается. Запомните, миксер работает ровно месяц. В течение месяца мы ничего не получаем. Эта матрица у нас заполняется от 1 до 30 или 31 числа по окончанию месяца в определенное время. Как только закрылась программа миксер матрица в определенный конец месяца и число, время, да, то у нас происходят сразу выплаты. У вас там также в этой программе будет заполняться именно ваша личная матрица. Она тоже семиуровневая. И вы получите выплату за каждого человека, который вас закроет 0,28 центов. И по заполнению 7 уровней вы получаете 918 долларов. Но хочу сказать вам, что программа «Миксер» – это госпожа удача, так я ее называю, потому что когда прошли выплаты, начинается перемес. Ну, в этом месяце, в феврале, у нас, конечно, не будет перемеса. Мы сначала получим выплаты по тем местам, которые мы прокупили, которые у нас зайдут места с глобальной матрицы плюсом. Мы же все там и в глобальной, и купили миксер. Очень многие купили дополнительные места в миксере. Значит, у нас будет заполнение, мы пока без перемеса получим, соответственно, по времени и дате регистрации. Но с 1 марта, начиная, у нас, значит, уже мы начинаем получать по перемесу. Что такое перемес? Когда матрица закрывается в последний день месяца, в определенное число, прошли выплаты и начинается перемес. Перемешиваются буквально, знаете, так в хаотичном порядке и раскидываются наши аккаунты по всей матрице от начала до конца. То есть ваш доход будет зависеть от того, как вы будете стоять в этой большой матрице миксер и насколько мест у вас, как низко, высоко вы встанете, да, в своей матрице. Это не зависит ни от кого, все это делает автомат. Поэтому если вы встали повыше, то вы получите сумму равноценную тому, сколько рядов у вас будет закрыто. Ну вот, например, если под вами 3 человека только закрылось за месяц, вы получите 0,84 цента. 81 человек у вас на 4 уровня закрылось, вы получите 22 доллара 68 центов и далее. То есть, понимаете, да, там все зависит от того, куда вас система, автомат хаотично выбросит, поставит в эту большую программу миксер, в эту матрицу. Но доходы здесь очень интересные, и еще раз повторюсь, получаем их только раз в месяц. То есть как проходит месяц, матрица опять закрывается, прошли выплаты. И матрица у нас идет не то, чтобы она закрылась и отработала, она имеет продолжение, то есть как бы наращивается каждый месяц. И представьте себе, когда она у нас будет большой глубины, то возможность получения дохода в программе «Миксер», а то есть заполнение 7 уровней вашей матрицы, у нас намного возрастает. Почему? Потому что в маленькой, коротенькой матрице ваши 7 мест, которые должны 7 уровней заполниться, нужно быть именно наверху. А когда матрица идет глубже, 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 то уже даже если вы, например, попали в середину миксера, у вас вероятность, что 7 уровней заполнится, возрастает. И заполнение идет также сверху, вниз, слева, направо в течение ровно месяца. Значит, с программой миксер у нас выплачиваются реферальные 5% от начисленной суммы дохода. 4 доллара идет на программу коробочка с сюрпризом, как только у вас набирается.
$10 набирается отчисление в программу «Березовая». Это уже доходные программы. Здесь тоже все на автомате. И с начисленных доходов еще 10% от выплачиваемой суммы отчисляется на игровой баланс и обслуживание сайта. То есть, смотрите, программа «Миксер» у нас здесь отсюда выплаты, здесь доход побольше. Ну и выплаты идут и за обслуживание сайта, и реферальные. И покупка автоматом в доходную программу прогулочную и коробочку с сюрпризом. Сразу хочу вам заметить, здесь есть возможность как покупки вручную программу, так и автомат работает сам по себе. То есть раз в месяц у вас по тому, как у вас будут набираться деньги на балансе от программ, вы будете обязательно автоматом переходить в следующую программу и дойдете до программы «Карусель». Но тот, кто хочет иметь дополнительные кабинеты, дополнительный еще доход, тот может в любое время купить любую из программ. Она находится в кабинете в разделе «Программы». Пожалуйста, покупайте, и ваша работа начнется, конечно, раньше доход, чем у тех, кто будет ждать, пока у нас автомат все это сделает. Потому что если мы работаем до 1 марта, да, программа «Миксер», выплаты пройдут, значит, у вас как наберется или не наберется в программе «Миксер», например, $2, для того, чтобы вы уже зашли в следующую программу прогулочную, это «Березовая», и в программу «Коробочка». Поэтому, когда у нас открылась покупка программ, очень многие люди купили дополнительно себе еще по программам, какие они выбрали, не дожидаясь, когда их переведет туда автомат. Теперь смотрите, давайте вопросики потом, не отвлекайте, пожалуйста, мне один глаз все время туда смотрит. Сейчас закончим «Миксер», и вы зададите вопросы, и тогда перейдем на прогулочную. Теперь смотрите, ясное дело, что у вас в «Миксере», в программе будет не одно место, да? Кто сейчас купил одно место, оно у него уже встанет при старте. И еще вдобавок, мы же все в глобальной матрице. И в глобальной матрице, допустим, у вас тоже $2 на балансе появилось, и вас кинет еще раз в программу «Миксер». У вас будет два места. Так вот, смотрите, если вы хотите, чтобы ваши места, которые были дополнительные, кроме того, что переходит автоматом, работали и приносили деньги, то тогда вы должны свои места на следующий месяц, в течение месяца содержать, то есть оплачивать, активировать, на $2. Поэтому, если вы желаете, чтобы работало несколько мест, столько, сколько у вас их есть, или выборочно, сколько мест вы хотите, вы должны на балансе держать деньги в той сумме, которая вам нужна, для, если вы включаете кнопку «Автомат», для того, чтобы содержать свои места в «Миксере». Но хочу сразу вам заметить, и это очень здорово, что мы можем иметь там несколько мест, потому что, ну, сами подумайте, вероятность попадания и получения хороших доходов в программе «Миксер», что у вас будет одно место бултыхаться в барабане, и куда оно упадет, неизвестно, или в самый низ, или в самый верх. А что, например, несколько мест, да? Вроде как активация-то она невелика, но и удача здесь велика. А если ваши два или три места попадут наверх, и у вас заполнится два или три места на все семь уровней, тоже такая же вероятность есть, правда? Это же лотерея, это удача. Поэтому, ну, я думаю, что для себя выбрать стратегию, чтобы хотя бы 2-3 места в «Миксере» у вас, конечно, там работало. Но это опять-таки зависит у каждого от его финансовых возможностей. Каждый выбирает для себя. Тем более, что на следующий месяц у вас опять придет еще одно место с глобальной, но с условием, что в глобальной сети вы тоже начнете зарабатывать. А если вы в глобальной сети еще ничего не успеете получить, у вас место находится там ниже, и глобальная сеть вам не приносит еще никаких денег, вы только содержите свое место и ждете, когда там будет заполнение, то в любом случае я считаю, что программу «Миксер» нужно прокупить самостоятельно для того, чтобы принять участие. И те, кто сейчас, многие же не знают,
насколько высоко они стоят в глобальной матрице. Да? Мы понятия не имеем, как мы встанем. И вот произошел старт. У вас не зарабатывает глобалка еще. Ну, так вы еще стоите, что до вас не дошло закрытие уровней ни одного, ни двух, допустим, ни первого, ни второго, ни третьего. Но в программу «Миксер» тогда прокупите себе одно место самостоятельно за $2. Это не великие деньги, но однако же все равно это вам принесет доход. Теперь еще раз хочу сказать, чтобы вы не забывали, что программа «Миксер» приносит нам доход один раз в месяц. Не путайте с глобальной. В глобальной мы получаем деньги, как только у нас набирается $12 на счету. Так, теперь мы, прежде чем перейти на прогулочный, я отвечу на вопросики, и потом мы с вами уже перейдем к основной. Так, Елена, на балансе должно быть $2 в конце месяца за каждое место, которое я куплю. Да, правильно, Елена, обязательно. У вас должно быть, если вы хотите их активировать, вы должны содержать столько, по $2 здесь, на столько мест, сколько вы приобрели. Для того, чтобы в следующем месяце ваше каждое место тоже приносило вам доход и работало. Если вы не оплачиваете, ваши места, они остаются нулевыми и не приносят никакой доход. Поэтому я считаю, что а зачем их терять? Ну, ведь невеликие деньги. Заработать можно и $600, и 200, и 918, и 68. Приличные деньги здесь можно заработать. Но здесь госпожа удача. И заметьте, дорогие мои друзья, что здесь нет обиженных. Нет у нас людей, которые скажут, вот я зашел последний, и поэтому у меня нет моей структуры, у меня нет своих приглашенных, или я стою в последнем уровне, и когда я получу деньги, неизвестно. Нет, здесь абсолютно ничего это не имеет отношения. Сразу вам хочу сказать, что все абсолютно программы, которые работают в социальной сети, они работают на пассивном доходе. То есть не имеет значения, есть у вас рефералы или нет у вас рефералов. Здесь это никак не квалифицируется, нет квалификации и нет построения собственной структуры. Посмотрите, в глобалке какая собственная структура. Заходим, мы заполняем ее четко сверху вниз, слева направо все, кто абсолютно все, кто зарегистрировался уже в кабинете и оплатил $1, он получает сразу же автоматом одно место в глобальной матрице. И пошла расстановка сверху вниз, слева направо. В миксер, опять-таки, какая тут структура? Все, кто покупает места или все, кто переходит автоматом в программу миксер, они встают сверху вниз, слева направо, ни под кем, никакой там нет записи, никаких рефералов, никаких спонсоров. То есть мы идем все подряд. И в программе «Миксер» нет обиженных в каком плане? В том, что ну, надо надеяться на свою удачу. Повезло, не повезло в этом месяце, повезет в следующем. Но большее количество мест гарантирует большую возможность получения дохода. По крайней мере, если одно место у вас вышло на ноль, то другое может получить приличную сумму. Так, Сергей, то есть в «Миксере» каждый месяц места надо брать. Но в «Миксере»... Нет, у вас, во-первых, с глобалки, если у вас глобалка начала зарабатывать уже, глобальная сеть, да, сама глобалка, ваша матрица там, и начала приносить деньги, то вы можете не докупать себе места ежемесячно. Вы же будете автоматом переходить сюда, то есть у вас будет покупка ежемесячная, обязательная, автоматом, в случае, если ваша глобальная матрица, ваша глобальная матрица, которая именно стоит в глобалке, зарабатывает на то, чтобы войти в программу «Миксер». А если ваша глобальная не зарабатывает, то тут смотрите сами, не хотите, вы не участвуете в программе «Миксер», просто не участвуйте и все. Идите в основные программы зарабатывать, тут дело каждого. Ну, раз в месяц, если вы видите, что не зарабатывает автомат, вам еще не переходит сюда в программу «Миксер», тогда вы просто купите себе место. Не хотите, не покупайте. Здесь нет никаких обязательств абсолютно. Так, Рита. В миксере получают доход все или как в мини-барабане, кому повезет? Рита, я еще раз вам объясню. И для тех, кто не понял. Смотрите,
Сейчас я вам вот так вот кратенько просто ее. Вот смотрите, вот у нас матрица, да? У нас начался месяц. Мы идем, заливка идет сверху вниз, слева направо. Вот она у нас залилась. Но давайте, как будто уже все сбултыхнулось. Вот она сбултыхнулась, и у нас вот сбултыхнулась и начинает кидать места. Кого-то сюда, кого-то сюда, да, кинула, а кого-то сюда кинула. Вот, кого-то вот здесь кинула. У кого как? Это автомат. Он раскидает, куда попало. И вот, допустим, вот здесь ваша матричка стоит. Вот она, ваша матричка. Она начинает заполняться в течение месяца. И на сколько уровней вот здесь вот люди заходят сверху, вниз, слева, направо. И вот пошло заполнение людей, и ваша матрица стоит по пути заполнения сверху, вниз, слева, направо. И получает абсолютно все только то количество, на сколько уровней заполнилась ваша матрица. Если она заполнилась на 3 уровня, значит, вы получаете сумму, которая вот у нас у каждого маркетинга на главной, на самой первой странице. Открываете, вот она табличка. Если заполнилась у вас она матрица, это всего на 3 уровня в течение месяца, вы получите 0,84 цента. Если заполнилась на 6, допустим, уровней, да, то вы получаете 729 долларов, 204 доллара. Поэтому, да, 204 доллара. Поэтому здесь как повезет. В барабане у нас или есть выигрыш, или нет. А здесь как у вас заполнятся ваши уровни. Но если вы попали на последний уровень, вот перед заполнением, самый последний в матрице уровень идет у нас, вот заполняется в течение месяца, да? И вот у нас самый последний уровень, и вы попали, допустим, вот сюда, последний уровень. Он получается минусовой, как бы, у вас минус 2 на балансе. Ну, как я думаю, так, наверное, будет стоять, или 0, или минус 2. То для того, чтобы вот это место у вас участвовало в этом в миксере, вам нужно в течение месяца его оплатить, и тогда оно у вас примет участие. Вот почему я и говорю, что если у вас одно место, оно упало, вы целый месяц, будете ждать до следующего бултыхания, пока сбултыхнется, пока пойдут выплаты, нужно будет оплатить 2 доллара. А если у вас 2-3 места, то одно место упало сюда, а одно место может упало сюда, а это место уже шикарное, здесь уже можно получить приличный заработок. В миксере есть компрессия, да. В матрицу могут попасть и неоплаченные места. В какую матрицу, Любовь? Я не поняла. Если в какую матрицу, я не пойму. Так, у нас тут член секты, я его уже удалила. Так, козел пробрался, ага. Ну, зависть. Такая зависть у человека, что ж поделаешь. Мешаем мы с вами, многим людям. Так, еще вопросы, давайте. По программе Миксер есть? Я не знаю, как чистить чат здесь, Роман. Так, Любовь, которая заполняется в миксере, кто-то не оплатил. Нет, не может попасть никак, потому что работает автомат. Если на балансе в глобалке есть 2 доллара, то эти 2 доллара сразу переходят и оплачивают место в автомате. А если вы не оплачиваете, то вы просто ничего не получаете, и вы стоите неоплаченные где-то там вниз у вас, например, упадет ваше место. Оно будет ждать, пока вы оплатите. Поэтому нет, неоплаченных нет. Если неоплаченный, он ничего не получает. Вот и все, абсолютно. Еще есть вопросы по миксеру? Так, Игорь, заработанных в глобалке можно купить место в курсе? Да заработанных денег, Игорь, хоть заработанных, хоть с кармана, хоть с кошелька, это уже ваше дело. Программу любую можно купить место в карусели и в любой программе. Но учтите, что в карусели вы можете купить место только в том случае, если вы покупаете в программе сначала в первую, в березовую, за 10 долларов. Потом вы имеете право купить место уже в глобалке. Так, ну теперь все. Раз с миксером понятно, пойдем дальше. Дальше у нас идет прогулочные программы. Это то, о чем я вам говорила. Первая у нас березовая. Вход у нас 10 долларов. И
Сразу хочу вам сказать, что здесь маркетинг у нас так же, как и везде, он оригинальный, он авторский и не обижает никого из нас, из тех, как, в смысле построения тех матриц, с которыми мы с вами привыкли. Значит, активация $10. Посмотрите внимательно. 5 – это активация самой программы прогулочной, а $5 – это резервный счет. Что это означает? У нас заполнение матрицы ограничивается 6-м рядом. Ну, вы поняли, вся матрица большая, которая у нас есть, она идет до заполнения только до 6-го ряда. Только до 6-го ряда. Больше у нас заполнений нет. Она останавливается на 6-м ряду. И это очень важно, дорогие мои друзья, потому что у нас идет обрезание юбки. Здесь нет бесконечности. 5 рядов заполнилось, 6-й ряд, вот резервные деньги. Для 6-го ряда есть деньги, которые лежат уже на счету для оплаты тех партнеров, которые придут в 6-й ряд. По мере заполнения матрицы по уровням, то есть если первое здесь у нас тренар, вот вы, например, стоите, и вот за вами пришли 3 человека. Вы тут же освобождаете место в уровне и уходите в следующую номер 2 программу. Там у вас также номер 3, 4, 5, и все эти программы работают параллельно. А когда 6-й ряд у нас остается уже перед пустой матрицей, вот матрица же полностью освобождается по уровням, и 6-й ряд у нас с вами встает последний, он оплачен, то 6-й ряд у нас начинает переходить с самого начала сверху вниз, заполнять уровни с теми людьми, которые у нас заходят или автоматом, или с покупкой в пакеты. То есть, понимаете, все, 6 рядов, матрица закрыта. Как только 6-й ряд отработал, матрица опять пустая, опять идет заполнение по уровням до 6-го ряда. То есть у нас нет бесконечности, нет последних неоплаченных, не получивших доход людей. Матрица работает до 6-го ряда. Юбка обрезается на 6-м ряду. 6-й ряд оплачен уже за счет резервного счета. Здесь предусмотрен резервный счет. Потому что люди, которые зашли на 6-й ряд, они же деньги 5-му ряду свои заплатили. А кто будет их оплачивать? Должен быть тогда 7-й ряд. Так вот, 7-го ряда нет, нижнего ряда, который будет кидать. И так у нас была бы с вами матрица та же самая, которая мы привыкли с вами видеть, да? Значит, мы просто-напросто с вами получаем что? То, что у нас 6-й ряд обеспечен деньгами, и он начинает работать сверху. Поэтому очень здорово и интересно. Теперь дальше мы переходим с первой матрицы во вторую. Вторая у нас матрица жасминовая. Здесь единственное, вот что еще хочу подчеркнуть, если мы в глобалке и в миксере оплачиваем реферальные именно с тех денег, реферальные с полученных денег, то в прогулочной программе у нас с вами единственный раз идет оплата $2,5 реферальных денег, реферальные выплаты, единственный раз. То есть в прогулочной программе до карусели, когда мы идем, мы больше ни разу не платим реферальные. В прогулочной программе у нас практически 100% доход от полученных нами с вами доходов. 100%. $2,5. Единоразово. Все. Вот с жасминовой выплатили реферальные $2,5. Все остальные деньги ваши. На третьем у нас на розовой площадке, на розовой программе у нас с вами уже возвращается наши $10, которые мы вложили. То есть первое мы ничего не получаем, мы вошли. А вторая у нас жасминовая, мы выплатили только $2,5, это реферальные. И уже после того, как мы перешли в третью, в розовую, она закрылась, мы получаем $10, которые мы с вами вложили. Поэтому возврат идет уже с третьей площадки. Четвертая площадка у нас сиреневая. Здесь уже двойной бинар. 4 человека под вас должны стать. Но мы с четвертой площадки ничего не получаем. Но в принципе у нас, знаете, как все эти программы,
когда мы с них переходим, мы же заходим всего на 10 долларов. На третьей площадке мы уже эти деньги практически возвращаем. Поэтому у нас с вами, получается, они как накопительные. Но уже с пятой площадки в любом случае у нас есть немного денег, которые нам с вами перепадают. Это 20 долларов. На пятой площадке мы с вами получаем еще дохода, кроме того, что мы с вами вообще-то идем в матрицу, в карусель. Поэтому здесь у нас идет как накопительное, и в то же время немножко, знаете, так, для того, чтобы для собственного удовольствия мы получаем деньги. И опять-таки хочу сказать, что здесь также у нас идет закрытие четырьмя человеками, двойной бинар, но работает система вся так же, как я вам и говорила до этого, то есть заканчиваются все матрицы, все шесть матриц, которые мы сейчас с вами прошли, и сосновая, и березовая, и жасминовая, они закрываются шестым рядом, заканчиваются на шестом ряде. То есть шестой ряд, обрезание юбки, и то, как я вам говорила, у нас идет опять по новой заполнение всех уровней за счет резервного счета. Резервный счет тоже у нас увеличивается в каждой с последующей программе, как бы для накопления, чтобы нам с вами уже хватило набрать 100 долларов, нам нужно ведь, для того, чтобы перейти уже в программу «Карусель». Вот программа «Карусель» – это туда, куда мы с вами все стремимся, куда нам нужно попасть, потому что это действительно шикарная программа, она очень доходная, и она у нас так же, как и глобалка. Как только мы в глобальной сети с вами получили первый раз 262 доллара, мы пожизненно получаем эти деньги. Вот карусель – это то же самое. Как только вы сюда попали, то при движении всей матрицы, как только она у нас будет продвигаться, как только у нас здесь будут заходить люди, мы тоже будем получать постоянно 100 долларов, и отсюда выйти уже невозможно. Если в глобалке вы не заплатили и упали вниз, и начинаете работать по новой, то здесь вы просто терпеливо ждете своим местом, когда же у вас вы выйдете на закольцовку, и ваше следующее опять после закольцовки место встанет в уровне и начнет вам давать по 100 долларов. И каждое ваше место, которое будет приходить сюда, оно будет приносить всегда по 100 долларов. А что еще важно, хочу заметить, что эта юбка точно так же у нас обрезается, как и везде. На шестом уровне, посмотрите, 50 долларов оплачен резервный счет. И мы, в принципе, здесь с вами тоже не ждем, не стоим, а все это двигается, уровень заполнился, ушел на закольцовку, уровень заполнился, ушел на закольцовку, на реинвест. И реинвесты встают не под низ, не под нижний ряд, и реинвесты заходят работать именно в тот уровень, который заполняется. Вы только представьте себе, вот смотрите, вы ушли на закольцовку, на реинвест, вы не ждете последнего уровня, вы тут же переходите, вот допустим, у нас сейчас работает, вы пошли на закольцовку, на реинвест, и сейчас у нас идет заполнение второго уровня. И вы сюда уже попали, во второй уровень. Пошли опять на закольцовку, идет, например, заполнение третьего, четвертого уровня. Вы уже в четвертом уровне, вы не ждете, пока отработают все семь уровней. Вы попадаете именно в тот уровень с вашим реинвестом, закольцовкой, в какой уровень в настоящее время работает. Вот два огромных плюса. То есть ваш реинвест заходит в рабочий уровень, и то, что у нас обрезается юбка, и то, что у нас шестой ряд также оплачен за счет резервного счета, и шестой ряд также заходит, как только у нас же постоянно освобождается от уровней матрицы. И мы с вами начинаем, шестой ряд начинает работать уже по тем уровням, которые опять сверху вниз. Мы тут не стоим, мы нигде не задерживаемся. Так, есть вопросы по прогулочной программе? Вопросы по прогулочной программе. Пожалуйста, задавайте, если есть вопросы по прогулочной. Всем все хорошо понятно? Хорошо. Ну, хочу сразу вам сказать, те, кто не до конца понимает, что там заходит, кто куда выходит, как оно тут работает. Я вам сразу скажу,
Ну, не заморачивайтесь вы. Вот я это рассказываю для тех людей, которые, ну, как бы, знаете, которые вот хотят знать маркетинг, которые понимают в маркетинге, да, вообще в матрицах. Но ведь основная людей не понимает матрицы вообще. Как они идут, чем они двигаются, каким образом они вообще закрываются. Вы себе уясните главное, что вы доверяете системе, потому что вам не нужно здесь также у нас пассивный доход, вам не нужно строить свою структуру, вам не нужно оглядываться, кто за вами встал или кого-то расставлять. Вам ничего не нужно делать. Вы или ждете, когда вы автоматом заходите в прогулочную программу, или же вы ждете, когда вас перекидывают в следующие программы, и когда вы начинаете получать деньги. За вас думает здесь автомат. Поэтому не заморачивайтесь вы ради Бога вот этой системой. Вы все увидите. За вас будет думать автомат и будет закрывать, и будут переходы. Покупку, если вы не покупаете сами программы, вам тоже купит автомат. Но тогда, когда у вас с предыдущей какой-то программы, с миксера там или с глобалки, на балансе появляются деньги, и вы по очереди с глобальной сети переходите в миксер, как только 2 доллара появилось. С миксера, как только у вас появилось 10 долларов, переходите в прогулочную, в березовую, чтобы к карусели идти. И еще 4 доллара в миксере появилось. Вы пошли в коробочку автоматом. Вот вам, пожалуйста. А если вы не хотите ждать этого автомата, то вы дополнительно покупаете себе еще программу. И каждый месяц у вас будет, как только накопились деньги, у вас автомат делает прокупки, а остальные деньги вы получаете себе на кошелек. Так, ну все, пойдем тогда мы еще в коробочки зайдем. Здесь вообще кратко, интересно, все загадочно, да? Так, сейчас тогда я почитаю вопросы. Проплачивается тем днем, когда зарегистрировался или 1 числа. Ну, программы начали работать, да. Учет у нас будет отсчет от 1 февраля. Поэтому тем днем проплачиваются. А у вас автомат будет стоять, и вы будете на балансе деньги держите, и автомат будет проплачивать. Если вы вручную будете проплачивать, тогда следите, когда 1 числа, когда 31 числа, там же у нас месяца 30, 30, 31 день. Вот, 1 числа, уже 1 февраля. Но смотрите, я еще раз скажу вам. Миксер у нас в этот раз будет бултыхаться 1 марта. 1 марта миксер бултыхаться будет. И поэтому то, что мы сейчас до 1 марта получим в миксере, мы в основном там получаем по мере расстановки автоматом по дате и покупке программ. Это имейте в виду. А 1 марта уже начнет работать миксер так, как он должен работать, с бултыхалкой. А до 1 марта у нас никто не бултыхнет. То есть мы 1 марта получим с вами выплату за февраль месяц именно так, как мы встали в программу по автоматам по мере покупки. Так, теперь давайте коробочки. Ну, коробочка с сюрпризом. Здесь алгоритм нам неизвестен, заполнение. Вообще у нас везде, собственно говоря, есть свои, как говорится, знаете, такие потайные места и в маркетинге, которые, конечно, вам никто не будет рассказывать подробно. Даже то, что я вам говорю, это как бы общий обзор маркетинга, общий обзор. Поэтому, в принципе, везде работает свой алгоритм и работает автомат. Ну, я думаю, что вот этим оно и приятно работать в таких программах, где продумано от начала до конца ваш переход автоматом, ваше накопление, ваша расстановка, что еще, ваш доход, это и обрезание юбки. И в миксере это госпожа удача. Слушайте, дорогие мои, где вы такое видели? Вообще ни о чем заботиться не надо. Абсолютно. Вот вы купили себе за доллар и ждете. Если у вас нет больше денег, сидите и ждете, смотрите, как получают другие. Но не за что купить, возможно и так. Кто хочет, пожалуйста, идите покупайте себе программу. Опять-таки, это тоже возможно любую, в любом количестве. Тоже здорово. Увеличивайте свой доход настолько, насколько вам позволяют ваши финансовые возможности. Да? А если вы хотите
получать дополнительные деньги, пожалуйста, приглашайте рефералов. Здесь реферальные. Так реферальные же не только вот с тех программ, которые я вам показывала, но реферальные еще и с дохода, доход еще от работы вашего реферала именно в социальной сети. Не забывайте. То есть мало того, что ваш приглашенный будет работать в программах и оттуда вам выплачивать реферальные, но и любое его действие платное, которое он берет, именно платные услуги в социальной сети, вам будут приходить реферальные выплаты и за те программы, которыми он пользуется платно. Ролик, платная VIP-реклама, аренда вебинарной комнаты, вам тоже будут приходить оттуда реферальные. Вы даже не будете знать, откуда они приходят, понимаете? Вот, те, кто заплатил $1, никого не пригласил, никаких программ покупать больше не собирается и вообще думает, активировать ему место или нет, это, дорогие мои друзья, ваши проблемы. Знаете, под лежачий камень вода не течет. Если вы пришли с $1 и сделали, образно говоря, такое одолжение системе, что я дам $1 и вчера хочу быть уже в карусели, то тогда наберитесь терпения, тогда приготовьтесь к тому, что у вас будет время ожидания. Если вы не работаете никак, то нигде за то, что не работают, не дают денег. Нигде, ни в интернете, ни на земле, ради Бога, это ваш выбор, и вы его сделали преднамеренно и сознательно. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Потому что я представляю, что сейчас, когда у нас случится наш долгожданный старт, да, то, естественно, все сразу в глобальной сети не могут получить по $262. Вы это прекрасно понимаете. Это только зарплату на работе получают все и в один день. Но в интернете нет денег, которые вам вывалит сразу Дед Мороз с мешка и скажет, если ты стоишь наверху, ты получишь, или если ты стоишь в самом низу, ты получишь. И что ты никого не пригласил, и все равно ты получишь. И что если ты не сделал ни одного движения, но принес целый $1, ты будешь супербогат. Дорогие мои, не надо строить вот эти свои фантазийные мечты и писать негатив в чаты. Я об этом говорю каждый брифинг. Дорогие мои друзья, за $1 вчера богатым не станете. Сидите и молча наблюдайте. Или изыскивайте финансовые возможности. Или пригласите, если нет возможности, пригласите реферал. На $1 не смешите меня, что невозможно пригласить человека, причем не в проект, а в социальную программу, где он будет общаться, где он будет работать, где он возьмет себе рекламную какую-то площадку или выставлять свой ролик. Вот даже не говорите мне, что это невозможно. Не говорите. Это если только вы сами себя убеждаете, то ради Бога. Знаете, хорошо сидеть, ковырять в носу и ждать денег в мешок. Такого не будет и не случится, не ждите. Так, коробочка с сюрпризом, программа очень интересная. Как я уже сказала, весь маркетинг у нас авторский, шикарный и доступный по доходам каждому. Каждому. И причем без обиды, не оставляет, как говорится, в обиде последних заходящих или любого из нас. Везде у каждого есть возможность заработать, в каждой программе. Коробочка с сюрпризом – это секрет, сюрприз, начиная от того, как она работает. Это для нас сюрприз, и мы его знать не будем. И еще и вдобавок сюрприз по деньгам. Потому что, когда вы будете заходить именно в программу «Коробочка с сюрпризом», у вас также автоматом она прокупится, или у вас будет, вы купите ее сами, кто уже купил программу, у вас сначала появляется бронзовый подарок, бронзовая коробочка. Это, естественно, коробочка меньшего размера, скажем так, вмещает в себя не так много денег, и у вас будет работать вот в этом кабинете в программе, значит, в этой программе счетчик. Вот вы открываете, смотрите, счетчик щелкает, рано пришел. Опять приходите иногда, смотрите, счетчик щелкает, рано.
И когда он становится нигде не написано, здесь нет сроков, месяц, неделя, час, два часа, то есть абсолютный сюрприз. И вдруг вы заходите, смотрите, что счетчик у вас встал. Вы бегом смотрите баланс, у вас там с этой коробочки уже придет определенная сумма денег, по какому алгоритму, как и сколько, какая-то сумма будет. Ну а с бронзовой, естественно, это будет небольшая сумма. Но согласитесь, даже небольшая сумма сюрпризом и вдруг упала, если вам придет, допустим, $30, а весь этот, вся эта программа стоит всего $4, согласитесь, это шикарный сюрприз. Так к тому же у вас тут же сразу включается снова счетчик бронзовой коробочки, и уже у вас появляется вторая коробочка, рубиновая. Она более объемная, она более дорогая, и, соответственно, что сумма получения дохода в этой коробочке, она будет больше. Мы тоже не знаем сколько, но больше, чем бронзовые. Теперь вы следите за двумя счетчиками, дорогие мои. Смотрите, и как только счетчики, какой-то из них останавливается, вы получаете свой сюрприз уже с рубиновой. Ну и, конечно, самая дорогая и самая шикарная коробочка – это золотая. И в ней доход, естественно, будет где-то около $1000. И как она будет заполняться и каким образом – тоже мы не знаем. И когда здесь будут выплаты, я думаю, что они, конечно, будут реже. Потому что, согласитесь, если тут свой алгоритм заполнения, здесь тоже есть какие-то матрицы, какие-то тринары или бинары, или что, у каждого она должна заливаться. И это сюрприз. Вот вы неожиданно сюрпризом получите еще и отсюда. И каждый из коробочек у вас продолжает работать постоянно. Все, на реинвесте. То есть, посмотрите, как у нас здесь возможности дохода. Значит, мало того, что мы работаем в соцсети со всеми ее очень интересными площадками, да, которые мы с вами увидим и познакомимся, и там будет очень красиво, красочно, интересно работать. И как площадку рекламную будем использовать, да, и со всеми там новшествами, которые будут еще и добавляться. К тому же дополнительный доход. Считаем, откуда мы получаем доходы. Значит, первый доход – это глобальная сеть. Нам нужно там дождаться, когда заполнится 7 уровней, и мы будем получать пожизненно с каждого одного места $262. Второе. Автоматом мы переходим в программу «Миксер» с глобалки, как только набирается $2. В «Миксере» госпожа удача. В зависимости от того, куда вы попадете и насколько заполнится ваша матрица в течение месяца, мы получаем оттуда сумму, которую нам, насколько заполнилась матрица. Второй доход. Третий доход. Прогулочная программа. С первой программы «Березовой» и до «Карусели» мы получаем $50 и возврат $10, который мы с вами вложили уже на третьей программе, на розовой, да, мы получаем $50 доход, пока мы дойдем до карусели. Четвертое – это карусель. Карусель – это если вы туда попали, вы пожизненно будете получать $100, но здесь сроки, естественно, не могут оговариваться, потому что как движение будет у нас в карусели, как часто будут заходить люди, да, и выходить на реинвест, тем чаще мы можем получать $100. Если у нас будет работать огромное количество человек, то мы с вами можем $100 получать ежедневно. Это тоже, такой неожиданный приятный сюрприз, потому что там работает тоже автомат, алгоритм, и он будет, в принципе, работать по входу людей и по реинвесту. Пятая программа – коробочка с сюрпризом, которая тоже приносит неожиданные деньги. И заметьте, все эти программы стоят буквально копейки. Если учесть, что здесь можно получить приличный доход, самый большой доход, значит, у нас идет с глобалки – $262 пожизненно. С миксера – это госпожа удача – $918. Я самые большие говорю получения дохода. Значит, с прогулочной $100 мы получаем постоянно с карусели, входим мы на $10 всего, да,
И за 4 доллара программа «Коробочка сюрприза» мы здесь будем получать различные суммы, которые намного превышают сумму в 4 доллара. Здесь будут не центы. Вот 5 видов дохода. И 6-й вид дохода – это ваше личное движение, которое вы сделаете мышкой, пригласив себе рефералов. Это 6-й доход – это реферальная программа, если вы немного позаботитесь о своих доходах. Так, теперь давайте на вопросы отвечу. Посмотреть программу. Ну, вам ответили. Программа в кабинете. Так. Программа, которую покупаешь самостоятельно, нужно проплачивать ежемесячно, в частности, коробочку и миксер. Так, Любовь, значит, можно покупать самому и не ежемесячно, то есть здесь нет активации. Сразу вам еще раз скажу, активация у нас есть только в миксере, по желанию, и в глобалке это обязательно. Ну, как бы обязательно для того, чтобы получать нам доход в миксере, да? Ой, в глобалке. Значит, в программах коробочка и прогулочная, то есть березовая и карусель, никакой активации нет. Вы просто выбираете, хотите вы себе еще место, вы купите, есть у вас на это деньги, покупайте. Нет, ждите, когда автоматом вас переведет с миксера в прогулочную. И коробочку. Хотите вы одну программу коробочки? Будет одна. Хотите две, пять? Покупайте. Все зависит от... Здесь ваше желание абсолютно. Абсолютно. Так, Наталья, один раз купила коробочку за 4 доллара и получаю подарки с 3 коробочек. Нет, не надо, Наталья. Как только заканчивает работу одна коробочка, у вас начинает ваша первая коробочка опять набирать вам деньги в коробочку, в ваш кошелечек, да? У вас появляется вторая. Это автоматом она появляется. Это как бы переход автоматом. Понимаете, с одной коробочки на вторую, на третью вы переходите автоматом, больше вы ничего не доплачиваете. Один раз 4 доллара, только нужно дождаться, когда у вас автоматом прокупятся следующие коробочки. Но чтобы они прокупились, то по алгоритму определенному у вас должны на это набраться деньги. Как здесь это работает? Ну это же сюрприз. Так что будем получать сюрпризы. Будем радоваться нашим сюрпризам. Мы все любим сюрпризы. Так, Любовь, один раз миксер, глобалка каждый месяц. Еще раз повторю, глобалка обязательно каждый месяц. Не теряйте свои места. Миксер по желанию, дорогие мои друзья, по желанию. Если вы хотите, чтобы ваше место, которое уже отработало, допустим, в феврале, но оно чтобы работало еще и в марте, вы его активируете. Не хотите, забудьте про него, забудьте. У вас с глобалки придет автоматом место, будет миксер работать, не придет, не будет. Это чисто ваше желание. Так, Горба Людмила. Оплата каждого АКО оплачивается через какое время? Если, например, он зашел в середине, через месяц, если зашел на 15-30, то он... Нет, тут будут числа от 1 до 1, от 31 до 1 следующего месяца или от 30. В общем, от 1 до 1. Все. Если он зашел 30, то, допустим, вот миксер, он заходит 30 числа, да? А у него, а первого у нас уже закрытие, то он займет то место, на которое он попадет. Ну, на нулевое, может быть. Но тогда он 2 доллара доплачивает и будет участвовать уже в перемесе. Вот. Так, Наталья, если куплено прогулочное, то будет автоматом из глобалки? Будет, конечно, это не зависит. Абсолютно, автоматом в прогулочную. У вас будет идти не с глобалки, а с миксера. Ежемесячно. Ежемесячно. Один раз оплачивать. Хоть у вас там 20 мест, вы себе уже купили, но ежемесячно все равно будет покупка идти автоматом из миксера в прогулочную. Обязательно. Так что они будут... Вы как бы, я сказала уже, вы будете получать после прокупки программ то, что у вас будет уже оставаться от покупки программ. А в принципе мы-то идем с вами в карусель. Понимаете, вот вы только представьте, у нас цель-то карусель. Нам нужно туда попасть. И чем больше у нас там будет мест, мы же оттуда не сможем выйти. Там не надо платить реферальные. Реферальные 2,5 доллара вы уже заплатили на третьей программе. Там не надо не выплачивать ни в какую систему. Ваши чистые 100 долларов. Там вы скажете, я не хочу быть в карусели, отпустите меня отсюда.
Я выйду, а вы не сможете, потому что вы там уже стоите. Все, насмерть, навсегда. И чем больше у нас будет народу в карусели, тем чаще мы будем получать с каждого места $100. Золотая антилопа, я же говорю, понимаете, из каждого, из-под копыта всегда будут лететь золотые монеты. Вот и все, лишь бы только не засыпало, так чтобы задохнуться от счастья. Так что дышим ровно. Еще вопросы есть какие-нибудь? Еще вопросы по обзору, по какой-нибудь программе есть или нет? Так, вопросов нет. А еще хочу сказать вам, забыла сказать, что, во-первых, то, что у нас будет стоять автомат на покупку, который будет думать за вас, когда вам активировать, да, чтобы вы не пропустили эту дату, ну, мало ли что, особенно, например, летом, мы уезжаем на дачу где-то, да, пропустили свои места, главное, держите деньги на балансе, и у вас в каждом кабинете будет, ну, вот наподобие вот такой вашей именно матрички, именно вашей, где вы будете видеть, насколько рядов у вас уже заполнилось, и суммы стоят за оплату, по доходу на каждый ряд. Очень здорово, очень удобно, выгодно. И то есть вы можете еще наблюдать, как у вас в течение месяца заполняется глобалка, как у вас заполняется миксер. То есть это тоже очень, очень здорово. Так, сколько нас в парке? 1200, по-моему, если я не ошибаюсь, было вот на днях, мы спрашивали у Нелли. Где-то так, в этом плане. Ну все, мои дорогие друзья, я желаю вам прекрасного воскресного вечера. Спасибо, что вы уделили внимание. Спасибо, что вы интересуетесь. И я желаю вам приглашать как можно больше такую интересную соцсеть, как наша, с таким доходом, как наш Парк Авеню. И запись будет обязательно. И эту запись вы будете давать своим партнерам. А, 2200, я извиняюсь, я сказала 1200, да? 2200 где-то, извиняюсь, перепутала. Все, всего доброго, жду вас у себя на следующих брифингах. До свидания.